Могу я поговорить с хозяином бычьего загона? Вы имеете в виду сеньора Габриэля, нашего сторожа? Хороший был сторож. Почему был? Его квартиру разгромили прямо перед пробегом. А хозяина на тот свет отправили. Он даже загон отпереть не успел. Можно я возьму это на время? Библиотека. Извините за опоздание. Ничего страшного. Я как раз успела собрать всю необходимую литературу. Да, это за целый год, сидя в клетке, не прочту. Я на праздник. Когда закончите, заприте, пожалуйста, дверь. И прошу вас, не пишите на полях. Я этого не выношу. Многолетние исследования гамма-лучами так и не смогли установить истинный возраст памплонского перископа. Господи боже! Ой, теперь я знаю про Памплона больше, чем нужно. Пойдем, мой песик. Мы заперты? А может, нет? Канализация. Кто-то очень старается меня остановить. Понимаешь, что это значит? Нет? Где тебе? Ты же собака. Отличная идея, Гектор. И что я так приглянулся этим быкам? В чем дело, кисленька? Никогда не видел серфинга на быках? Пожалуй, что нет.